С вами Артем Тимофеев. И о чем я хотел бы сегодня поговорить? Приближается самое важное мероприятие года – премиум 2017. И я уверен, что еще есть люди, которые не приняли решение там быть, которые думают, нужно им это или не нужно. Что хочу добавить от себя? Примите это решение, сфокусируйтесь на нем, сделайте все возможное, чтобы быть там. Просто подумайте, что это даст вам, что это даст вашему бизнесу, как это позволит вырасти вам как лидеру, насколько это позволит увеличить ваши текущие заработки, насколько это поможет получить то самое видение, которое поможет построить большую команду. И если вы реально пришли в этот бизнес зарабатывать деньги, если вы пришли в этот бизнес путешествовать, а я считаю, что путешествие – это неотъемлемая часть сетевого бизнеса, и сейчас я нахожусь на прекрасном озере Байкал, откуда записываю это видео. И если вы поедете на премиум, вы можете получить там те знания, те эмоции, те навыки, которые позволят вам за ближайший год выйти на новые квалификации, на новые уровни. И, соответственно, зарабатывать уже хорошие деньги и позволить себе путешествовать. Я вам искренне желаю принять это решение и быть там вместе с нами. С вами был Артем Тимофеев. Пока-пока. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Чтобы смотреть другие интересные видео, жми на ссылку.